это население. А можешь в камеру сказать, девочка? Мы вам не верим. Я тебе сейчас в камеру. Что тебе сказать? А, может, у вас какие виноваты? Поэтому вы так себя ведете. Я вам сейчас челюсть сломаю, если вы будете меня оскорблять. Сломайте челюсть мне. Сломайте. За слова отвечаешь, тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания. Ну вот, как раз таки мы и видим, что люди, которые... Вот сейчас мы видим, что мы никого руками не трогали. Он сам вас провоцировал. Вот, и посмотрите, поснимай, как они кричат, очень хорошо. Тема протестов в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины стала одной из самых заметных, громких тем последнего месяца. Оно и неудивительно. Несколько дней активного уличного противостояния с властями, ломка строительных заборов, натравливание на протестующих не только ОМОНа, но и православных активистов и бойцов из местных спортклубов. Жесткие задержания порядка сотни людей, недовольных строительством храма. Заявление Кремля о том, что екатеринбургские власти вообще-то красавчики и правильно делают, что месят этих протестующих. Финальное скатывание протестов, фарс с пением песенок, инфантильными прыганиями под ор, типа «кто не скачет, тот за храм». И, наконец, проведение опроса горожан о судьбе сквера, после чего губернатор Свердловской области опубликовал заявление, что храма в парке не будет. То есть протестующие по факту добились успеха. Подробную историю и анализ протестов в Екатеринбурге вы можете прочитать в статье на сайте Вестника Буря. Ссылка будет в описании. Я же сегодня хотел рассмотреть тему чуть-чуть глобальнее. Посудите сами, бунты против инициатив Русской Православной Церкви стали целым поджанром, целым таким направлением в отечественном протестном движении. Навскидку вспоминаются Торфянка, битва за Исаакиевский собор. Прямо сейчас, помимо Екатеринбурга, намечаются аналогичные истории в Ульяновске и в моем родном Нижнем Новгороде. А в Красноярске и Челябинске буквально вот только-только после событий в ЕКБ были заморожены планы постройки храмов в скверах. Каковы наиболее интересные особенности этих протестов? Как эффективно бороться за сохранение городского пространства от храмового строительства? И самое главное – как решить раз и навсегда вопрос о возведении культовых сооружений вопреки мнению жителей? Об этом сегодня и поговорим. Поехали! Стоит отметить, что в теме строительства храмов складывается просто мега-комбо. Тут в молитвенном экстазе соединяются церковь, власть и бизнес. В этом плане примечательно расследование информагентства РБК под названием «Кто финансирует строительство новых храмов в Москве?». Выходит следующее. Власти подмахивают бумаги, выделяют земли и осуществляют заступничество за веру православную. И, кстати, не только православную. Крупный бизнес, в свою очередь, инвестирует огромные деньги в строительство храмов. Корпорация «Транснефть», например, вообще работает с двух рук, оплачивает строительство не только церквей, но еще и мечетей. Слово президенту компании Николаю Токареву. Да, стройка храма – дело очень недешевое. Но в этом пункте интересы РПЦ и «Транснефти» совпадают. Эх, какая гармония! Я вот аж чуть было не прослезился. А если серьезно, то неудивительно, что тема борьбы со строительством храмов набирает обороты. Потому что это не только борьба за парки, за городское пространство без колокольного шума и далее по списку. Это еще и борьба с тройственным союзом власти, бизнеса и церкви, который в целом давлеет над Россией. Похоже, единство прослеживается и во многих странах мира. Было оно 100 с лишним лет назад и в Российской империи. И что интересно, сходные обстоятельства порождают сходные формы.
В начале 20 века незыблемость монархии и религиозных устоев отстаивали черносотенцы – ультраправые движения бравых молодчиков, которые подавляли революционные выступления и устраивали еврейские погромы при попустительстве полиции или даже заодно с ней. Наиболее известными черносотенными организациями были «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и другие. Так вот, сегодня на смену им приходят отморозки из бойцовского клуба русской медной компании, которые разгоняли людей в Екатеринбурге при молчаливом согласии полиции, или же активисты движений типа 40-40. К слову о последних. Сейчас, как я уже сказал, в Нижнем Новгороде намечается буча вокруг строительства храма в сквере на улице Прыгунова. Так вот, на публичные слушания вместо лишних аргументов со стороны церкви просто подвалили ребята из 40-40. В принципе, логично. Еще 4 года назад я выпускал статью об этой организации, сформированной из фашистующих футбольных фанатов, после чего имел разговор с одним из ее членов, который вот прям клятвенно меня заверял, что, мол, мы нормальные ребята, силового воздействия никогда не окажем. Но, как вы видите, время идет, и современные черносотенцы уже проявляют себя во всей красе. Если в перспективе возникнет некая угроза не только для церкви, но и для власти, то вы уже знаете, кто будет вырубать протестующих на улицах. Второго для прикола вырубил. Но все же пока есть довольно-таки успешные случаи борьбы с беспределом РПЦ и покровительствующих ей власти и бизнеса. Были успехи на Торфянке. Исаакиевский собор так и не отошел к РПЦ, а тут еще и в ЕКБ ситуация продвинулась. Поэтому не грех все это резюмировать. Первое, что хочется отметить, победные истории – это всегда громкие истории. И если уж вы беретесь биться с трехглавым драконом из РПЦ, власти и бизнеса, то вам просто необходимо мощное информационное освещение. Благо, СМИ такие темы обычно поддерживают. Второй момент – это степень радикальности протеста. Если бы протестующие в том же Екатеринбурге только ходили с шариками по согласованным митингам, дело было бы провалено. Увы, но тихий протест в загоне в 99% случаев обречен на провал. Момент третий – к черту Навального и иже с ним. В ЕКБ активисты-навальнисты систематически пытались увести протест в такое няшное русло в духе «давайте походим по скверу и попоем песни». Полиция их, правда, все равно винтила, но по факту все успехи, которых добились протестующие, были благодаря стихийной народной агрессии. Момент четвертый. Создавайте свои протестные координационные органы. Ну там, комитеты всякие. С одной стороны, это повысит эффективность протеста и его организованность. С другой стороны, не даст пролезть в руководство протестом всяким политиканам сомнительным. А с третьей стороны, у вас, по крайней мере, не будет проблем с тем, кого послать на переговоры, как это было в том же Екатеринбурге. И момент пятый и главный. Все это тщетный сизифов труд. Поясняю. Поддержка РПЦ является приоритетной для власти и бизнеса. РПЦ, с одной стороны, это тоже бизнес, а с другой – мощный идеологический рычаг. Поэтому, одерживая даже локальные победы в отдельно взятых скверах, мы в целом вынуждены отступать перед напором всепобеждающей духовности. И для того, чтобы перебороть эти тенденции, необходимы куда более серьезные действия и процессы, чем борьба в защиту скверов от храмов. Необходимо взятие власти народом, необходимо тотальное отлучение церкви от государственных дел, образования, армии, космоса. Нужна тотальная секуляризация церковного имущества. Необходим переход корпораций в общественную собственность и контроль, чтобы попросту исчез тот слой миллиардеров, что сегодня скидываются на храмы и прочие ништяки для РПЦ и прочих религиозных организаций. Необходимо искоренение черносотенных организаций. Необходим рост культуры и образования. И вот только тогда проблема строительства храмов в скверах, а также проблема с наступлением церкви на наши интересы, будет решена в полной мере. Это я не к тому, что нужно забить на локальные протесты и не бороться за скверы. Нет, наоборот, это может стать определенной школой для активистов.
Но нужно понимать ограниченность и половинчатость таких мер и смотреть чуть дальше конкретных ситуаций. С вами был канал Вестник Буря. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. А если вы еще и из Нижнего Новгорода, то присоединяйтесь к группе по борьбе со строительством храма в Автозаводском районе. Ссылка будет в описании. До новых встреч!